в Георгиевске прошли необычные скачки. За победу в соревнованиях боролись исключительно молодые казаки и казачки. Причем девушки вполне успешно обгоняли парней. Чей конь в итоге разыгрался и разрезвился успешнее остальных, расскажет Ирина Самарина. Шестые скачки. Традиционные казачьи на приз атамана Георгиевского района. Объявляю открытыми. Объявляю первый заезд. Скачки в Георгиевском районе – это традиция. С каждым разом больше становится и участников состязаний, и зрителей. Тех, кто любит скорость, азарт и лошадей. Показать свое мастерство наездников, помериться силами, научиться чему-то новому приезжают в станицу Лысогорскую казаки не только со всего Ставрополья, но и из соседних республик – Карачаево-Черкесии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Интерес у людей, у местных жителей растет. Мы первые скачки проводили, много было желающих, но не было коней. Сейчас, как бы сказать, и желающих много, и кони стали появляться у нас. Что за казак, который не имеет коня и не знает, с какой стороны подойти к коню? На скачках много девушек-наездниц. Конкурировать с мужчинами трудно, признаются они. Ведь специальных женских соревнований здесь не проводят. И тем не менее казачки – достойные соперницы. Занимаюсь я 6 лет. Сейчас мне 15, это получается 16 лет, это будет уже 10 лет, как я занимаюсь конным спортом. У этого жеребца 2/3 места здесь же, в Лысогорке, и на одной кобыле мы заняли 2-е место здесь. Для многих жителей Георгиевского района скачки – это долгожданный праздник. А самое главное – это дело казачества, а лошадь и казак – они неразделимы. Поэтому вот и привлекает людей сюда многих, молодежи много, детей много. Праздник очень хороший, праздник казаков. И есть здесь место и теплой встречи, и задушевному общению, и раздольной казачьей песни.